1500 обращений в полицию и 36 выездов пожарных по сигналу тревоги. Что еще произошло в округе на минувшей неделе? Об этом рассказали руководители структурных подразделений и органов администрации на еженедельном оперативном совещании. За прошедшую неделю было 1500 обращений граждан. Из данных обращений возбуждено 42 уголовных дела, из них 37 раскрыты по горячим следам. Также было 214 ДТП с одним пострадавшим. Традиционно открыл еженедельное оперативное совещание руководитель Люберецкой полиции. После о состоянии дел в сфере пожарной безопасности доложил начальник местного гарнизона Павел Иванов. Так, за прошедшие 7 дней огнеборцы совершили 36 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации 5 пожаров. 2 пожара произошли в жилом секторе, один в квартире 3 февраля утром, поселок Томилин, микро-птицефабрика, дом 20, квартира 17. В двухкомнатной квартире произошел пожар, в ходе тушения пожара в одной из комнат был обнаружен труп мужчины. Несмотря на плохие погодные условия, серьезных аварийных ситуаций в сфере ЖКХ не наблюдалось. Однако обильные снегопады заставили коммунальщиков работать в усиленном режиме, расчищать подъездные пути к объектам жизнеобеспечения. Для этих целей на предприятиях округа создано 11 специальных бригад общей численностью до 50 человек. К ликвидации последствий снегопада привлечена техника в количестве 15 единиц. Работы по очистке подъездов к объектам ЖКХ от снежных заносов завершены. И далее поддерживаться в нормативном состоянии. Для устранения последствий сильного снегопада и восстановления электроснабжения для жителей Люберецкого округа, так и Пушкинского, Воскресенского, было привлечено 6 единиц спецтехники, в том числе 1 передвижная электростанция. Над устранением стихийных последствий усиленно работало и Раменское подразделение Мосавтодора. В расчистке областных проезжих частей от снега участвовали более 30 единиц спецтехники. Дороги обрабатывали реагентами. За вот это время, вот этого усиленного снегопада, все коммунальные службы отработали на оценку хорошо. Вот состояние дорог в настоящее время в удовлетворительном состоянии. Сейчас ведется уборка второстепенных дорог, очистка тротуаров, остановочных пунктов. Работы не прекращаются, пока не будут выполнены полностью. Также Владимир Астахов подчеркнул, что вторым этапом в этой масштабной работе станет вывоз скоплений убранного снега. Стоит отметить, Владимир Ужицкий поручил подразделению уделить особое внимание расчистке эстакад и, в частности, Зенинского шоссе. У нас Зенинское шоссе – это и в нормальную погоду узкое место. Выезд самолета, там всекается транспорт железнодорожного, там Зерушек, Марусина, там масса новых микрорайонов понастроены, да, по Зенинскому шоссе. Надо понять, техника там работает или нет, уже жалобы поступают. Кроме того, в скором времени на специальном совещании руководители подразделений отдельно рассмотрят ликвидацию последствий снегопада. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.